у нас будем рассматривать тестовую версию релиз прошивки, которая состоится завтра. Вот всем пользователям, уже которые используют и тестируют Ring Beating сервер, завтра можете написать нам запрос для ее получения. Собственно, вот. У нас еще есть 2 минуты. Да нет, мы можем уже начинать это. Участников уже немало. Не будем заставлять их ждать. Давайте приступим. Хочу буквально несколько слов сказать про новое поколение оборудования Ялинк для ВКС. Линейка Ялинк на сегодняшний момент, спустя 2 года после начала появления Ялинка на рынке, выглядит следующим образом. Телефонные аппараты отходят, так скажем, немножко в сторону, и на общем плане появляется множество вариантов устройств и программного обеспечения для участия в видеоконференц-связи. Ну, самые простые клиенты – это для мобильных устройств и планшетов, телефонов, ноутбуков, персональных компьютеров – это программные решения для мобильных устройств в Android-маркете и App Store. Эти ПО бесплатные. Для персональных компьютеров под Mac и Windows клиенты платные, но стоят не так уж много. Дальше есть персональный терминал для подключения конференции с своего рабочего места. Это Ялинк Сикта 49G. Все клиенты, кстати говоря, о которых я говорю, поддерживают 2 протокола связи. Это eSIP и H323. Из терминала группового доступа для установки в переговорных комнатах на сегодняшний момент доступны Ялинк VC110. Модель, скажем так, все в одном, где камера установлена в корпусе вместе с кодеком. Терминал Ялинк VC120, который состоит из компонентов, отдельно камера, отдельно кодек и конференц-телефон. Из этого кодека можно настроить какие-то интеграционные решения, заменяя, например, камеру на несколько камер сторонних производителей или там, специализированную камеру для каких-то медицинских нужд или еще каких-то условий, где нужна защищенность, например. Заменять можно аудиочасть, поставив систему микрофонов и какую-то систему озвучки. Ну, в общем, для проектных работ, где нужна какая-то интеграция, в основном именно модель VC120 используется. И новые модели, которые появились в этом году, это Ялинк VC500 и Ялинк VC800. Ну и плюс набор аксессуаров для удлинения расстояния от камеры к кодеку, установки нескольких камер. Ну и, конечно же, Ялинк Митинг Сервер, о котором сегодня будет добрая половина вебинара посвящена. Очень популярно сейчас у заказчика, во всяком случае мы видим, что к концу 2017 года рынок оживился, и многие заказчики начинают активно интересоваться оборудованием для видеоконференц-связи, приобретать его, интегрировать с имеющимися системами. Сейчас мы все чаще встречаем запрос, что есть система телефонии у заказчика, мы сами через себя, через свои тесты прошли интеграцию с 3 системами, это E-Star, 3CX и российская система AGAT. То есть уже она развернута, обеспечивает телефонной связью офисы компаний, стоят телефонные аппараты. Ну, все 3 вендора телефонии предпочитают и рекомендуют телефонные аппараты голосовой связи именно Ялинк. И вот такие заказчики обращаются к нам с вопросом, нам нужно настроить видеоконференц-связь, но чтобы она была интегрирована с нашей станцией телефонной связи, чтобы она имела внутренний номер, на нее можно было сделать звонок по этому короткому номеру, ну и чтобы из переговорной комнаты, например, опять же по короткому номеру, можно было вызвать любого сотрудника, ну, в офисе или в филиале. Для такой задачи предпочтительнее использовать новый кодек Ялинк VC800 со встроенным MCU до 24 точек. Мы на своей стороне проверяли совсем недавно работу с 3CX. То есть достаточно просто создать аккаунт в системе 3CX, кодек на этот аккаунт регистрируется, получает внутренний номер, и уже можно сразу совершать звонки, то есть без проблем, качество до Full HD вплоть. Ну а в конечных местах, куда эти звонки идут, могут быть либо переговорная комната в каком-то удаленном филиале компании, где установлен один из терминалов Ялинк, в зависимости от размеров этой переговорной комнаты,
это может быть любой терминал, либо это может быть какой-то индивидуальный телефон, если вы звоните в кабинет руководителю, например, или это могут быть программные решения для звонка на рабочее место непосредственно сотрудника. Но если в компании нужно не просто видеоконференц-связь с участником большого количества, а какая-то система, которая позволит планировать совещание. Ну, например, совещание состоится каждый четверг в определенное время. И набор участников, он постоянный. И при этом каждому участнику нужны разные раскладки видео. То есть руководитель, который участвует в данном совещании, он должен видеть одну картинку. Рядовой сотрудник должен получать другое изображение на экране. Плюс может быть такой запрос у клиента, как чтобы руководители в филиалах могли также планировать свои внутренние сеансы видеосвязи. И эти сеансы могут проходить одновременно. Для этих случаев встроенного MCU в кодеке уже недостаточно. Таких возможностей он не имеет. И для таких задач как раз таки лучше подходит решение E-Link Meeting Server, которое мы покажем, и как эти задачи решаются, мы тоже сегодня покажем. Коллеги, давайте обсудим, если вопросы у нас появляются в чате, как мы будем на них отвечать, по мере их поступления или после окончания презентации? Ну, я предлагаю так, вопросы мы читать будем, если вопрос довольно, скажем так, простой и некомплексный, сразу отвечаем. Если вопрос требует дискуссии, тогда отложим до конца вебинара. Сейчас я вижу вопрос от Андрея, который спрашивает, что, коллеги, у 3CX есть веб-конференция, связь на внешнем MCU, в которой цепляются программные клиенты 3CX. С кодека VC800 можно дозвониться в эту конференцию. Мы такую задачу тестировали, как раз через Юрия она проходила. Что ты можешь об этом рассказать? Просто у нас мы являемся дистрибьютором 3CX, и развернутые как раз сервера 3CX на Windows и на Linux мы тестировали в том числе веб-конференцию. Да, именно на веб-конференцию, которая собирается с системой 3CX, VC700, да и любой терминал видеоконференции, от E-Link соединить не получится. Ввиду того, что ссылка генерируется таким образом, ну, и вообще типа подключения, насколько я знаю, WebRTC используется. Совершенно верно. Вот. А WebRTC это данными аппаратными устройствами не поддерживается. Мы делали другое решение. E-Link VC800, в частности, который здесь вот на картинке на слайде представлен, он регистрируется на внутреннем номере системы 3CX. И сам, обладая многоточной конференцией, возможностью, просто их собирает и приглашает другие внутренние номера системы 3CX. Мы тестировали именно сценарий на VC800, потому что подавляющее число заказчиков, которые заинтересованы, скажем так, интеграцией кодека с телефонией, они говорят следующее. Мы хотим собирать видеоконференции, за которые будем сами отвечать. То есть это должен быть наш сервер, установленный в нашей сети. У 3CX, во-первых, веб-митинг, он на WebRTC собирается, как сказал Юрий, с кодеками не получится его интегрировать. А во-вторых, у 3CX веб-митинг в связи с этим облачный. То есть вы собираете участников на стороннем сервере. И потоки данных, они проходят через вот это вот облако 3CX. Третье ограничение, но оно уже менее существенное, что веб-митинг, он максимум до 50 участников. Если конференция глобальная и количество участников больше 50, тогда это решение также не подойдет. Но какие-то задачи, конечно, на 3CX собирать на инструменте веб-митинг удобно. Особенно если у заказчика используются программные клиенты 3CX. Это делается довольно просто. Но вот для переговорных комнат, например, для подключения их в веб-митинг, эта задача становится уже нетривиальной. И по-хорошему надо ставить кодек и какой-то сервер конференции разворачивать либо на кодеке, либо программный альтернативный, который будет с 3CX взаимодействовать. Так, едем дальше. Хочу отметить, что E-Link, имея большой опыт в телефонии, создавая телефонные аппараты, к ВКС сейчас подошел с вот багажом знаний, и он сам разрабатывает аудиодвижок для своих устройств, сам разрабатывает видеочасть, является разработчиком, патентообладателем как технологии передачи голоса и видео, так и, например, компенсации потери пакетов, ну и сам конструирует и создает дизайн для своих устройств.
Поэтому это сейчас уже независимый бренд, который довольно оперативно и создает качественное устройство для видеосвязи. Коротко хочу напомнить, вебинары уже были, но поэтому коротко, о флагманском терминале Ялинк VC800. Он собирает до 24 участников на себе с качеством Full HD. Это качество идет на дачу, то есть VC800 транслирует всем участникам Full HD. К самому VC800 от участников идет качество видео ниже, это HD качество. При этом 800 поддерживает работу, точнее передачу видео с частотой 60 кадров в секунду. И у VC800 есть две виртуальные комнаты. То есть одна комната через HDMI выход кодека транслируется на экраны телевизора, в который вы смотрите. Вторая комната работает в фоновом режиме и параллельно может собирать конференцию, в которой могут участвовать до 8 человек. Надо сказать, что в комплекте идет конференц-телефон с сенсорным экраном, и на самом телефоне, за счет того, что размер экрана 5 дюймов, видны все участники конференции, и есть возможность управлять этими участниками, то есть разрешать им или запрещать говорить, то есть отключать их микрофон удаленно, подключать новых участников конференции можно прямо через телефон. Это стало удобнее даже, чем пользоваться пультом, более наглядно и более быстро сам процесс происходит. И микрофоны у этого телефона стали беспроводными. Они работают по технологии DECT. То есть можно довольно далеко от телефона их разнести. И самое главное, не надо сверлить провода в столе, чтобы какие-то вот проводные микрофоны протягивать. VC800 продается в нескольких вариантах. Он может идти как чисто терминал без встроенного сервера видеоконференции. Может идти с лицензией на 8 участников, на 16 и на 24. Все эти сборки видны в карточке товара на нашем сайте. Там же указаны цены. Хочу отметить, что в случае чего вы, даже изначально купив терминал без многоточной лицензии, как конечный терминал, вы можете потом через некоторое время купить лицензию у нас, и, соответственно, ваш терминал начнет и сможет организовать систему видеоконференц-связи. То есть это не аппаратное ограничение, а просто программное. Также цены на лицензии у нас есть на сайте. Вот, у новых терминалов VC500 и VC800 появилась такая возможность, как Voice Activity Layout. То есть, если 800 собирает на себе несколько человек в одну конференцию, то этот терминал понимает, от какого из участников идет голос и может его вывести на экран крупнее относительно остальных. И еще появилась очень одна удобная возможность, это Overlay Layout, ну или картинка в картинке. То есть, если у вас переговорная устроена таким образом, что два телевизора разместить по тем или иным причинам не получается, можно удобно пользоваться одним экраном, где, например, контент будет крупнее, а участники будут сверху наложены на контент, и их изображение будет мельче. При этом вы будете видеть и участников, и контент. Возможности 800 – это одновременно вывод на экран раскладки либо 3x3, либо 1+7. Ну, 1 в данном случае это активный спикер плюс 7 маленьких картинок, которые слушают. Остальные участники, которых может быть до 24, они на экран в этот момент не выводятся, но у кодека есть тайм-аут, через который он меняет участников на экране, и с определенным интервалом все участники будут выводиться на экран, и их еще хочу отметить, что по сравнению со старыми кодеками, 120 и 110, в новых кодеках 500 и 800 конференц-телефон получил больше радиус захвата звука. Ну и субъективно, мы в нескольких наших филиалах уже установили этот конференц-телефон, качество звука стало лучше. Теперь радиус захвата самого телефона это 6 метров, и плюс беспроводные микрофоны, они тоже теперь захватывают звук 360 градусов по кругу. Радиус 3 метра. Интерфейс экранного меню кодека поменялся. Он стал ориентирован на работу с Ялинк Митинг сервером. Появились на экране плитки, как в ВК
операционной системе Windows, и в некоторых плитках есть раздел расписания. Если на E-Link Meeting сервере вы планируете проведение видеоконференций, то прямо на основном экране кодека будет сказано, что этот кодек приглашен в конференцию, дату этой конференции, будет указано время и описание, чему будет посвящена конференция. Справа на слайде вы можете видеть скриншот экранного меню конференц-телефона. То есть это режим, где собрано несколько участников одной конференции. Вы видите, что тут есть как видеоучастники, у них есть пиктограммы, видеокамеры, так и голосовые участники, у них пиктограммы микрофона. Прямо с экрана конференц-телефона можно, как я говорил, управлять этими участниками, отключать, включать им звук и видеть, если кто-то из участников поднимает руку, пытаясь задать вопрос или просит голос. Вопрос поступил в чат от Евгения. Поддерживается ли русскоязычный интерфейс? Да, поддерживается. Локализацией занимаемся мы. Русскоязычный интерфейс в продуктах уже сейчас, которые на складе из коробки доступен, как для E-Link Meeting сервера, так и для кодеков, ну или конференц телефона, соответственно. Ну и вот слайд, сравнивающий кодек VC120 и VC800. Тут говорится о том, что VC800 поддерживает новый видеокодек H265, который еще больше экономит полосу пропускания. То есть для передачи Full HD видео нужно всего лишь 512 кбит в секунду. Плюс в новых кодеках VC500 и VC800 E-Link добавил технологию восстановления потерянных пакетов, и теперь кодек может компенсировать потерю в канале до 30% передаваемых пакетов, как видео, так и аудио. Единственное, надо понимать, что это будет компенсация в рамках звонка E-Link. Если вы будете звонить на кодек E-Link с устройством Polycom или Cisco, 30% здесь установить не получится, потому что это только технология компании E-Link. Пока вот такое ограничение. Тут есть вопрос в чате, спрашивает гость. Насколько я знаю, сейчас у них нет шлюза SIP H323 на их облачном сервере MCU. Раньше был, сейчас нет. Будет ли далее данный вопрос целиком 3CX? Ну, я думаю, этот вопрос не по сегодняшней тематике. Я вам предлагаю написать ваш вопрос на почту support@ipmatica.ru. Сейчас в чате я ее напишу, продублирую. Вот. Там вам смогут ответить. Ну, пока Юля отвечает в чате, я хотел бы еще отметить, что закладывая на следующий год в проекты какое-то оборудование, надо понимать, что VC120 в следующем году, скорее всего, закончит свой жизненный цикл, и сейчас лучше ориентироваться именно на новые кодеки. Ну, пока еще E-Link эти кодеки производит, но говорит, что будет постепенно сокращать производство. Ну, в составе новых кодеков сам терминал VC800, в одном корпусе интегрирована камера и кодек, конференц-телефон, беспроводные микрофоны, кабель-хаб и пульт управления. Очень удобно сделаны новые кодеки таким образом, что от экранов к, скажем так, столу переговоров нужно протянуть всего лишь один кабель Ethernet RJ45 пятой категории для передачи всей необходимой информации. Этот кабель подключается в коммутационный блок, и дальше уже от коммутационного блока подключается и питается конференц-телефон. К этому же коммутационному блоку подается контент из ноутбука, и в этом же коммутационном блоке есть USB-разъем для подключения флешки, куда будет вестись запись вашей видеоконференции. Таким образом, количество проводов от зоны переговоров к зоне телевизионной сильно сократилось, и монтаж сильно облегчен. Здесь приведены примеры реализации функции картинки в картинке. В данном случае 1 плюс 5 участников на экране, говорящий крупно, слушающий мельче внизу. И демонстрация передачи контента с использованием одного экрана. Контент крупно, слушатели конференции мельче внизу. Ну и вы, конечно же, не упустили возможность протестировать кодек VC800 в нашей переговорной комнате. Нагружали мы его
пытались проверить емкость MCU, нагружали мы его аппаратными кодеками, то есть звонили с устройств VC120, VC110 и T49G. Программные клиенты не использовали специально, проверяли именно вот аппаратную нагрузку, скажем так, честный тест пытались провести. У нас нашлось 16 свободных кодеков в пользовании, и поэтому у нас была конференция на 16 участников. Вот как мы видим, всем этим участникам отдавалось видео Full HD. От участников на прием в VC800 кодах мы получали качество HD. И общая полоса, при этом задействованная в нашем офисе, мы заняли примерно 60 мегабит нашей полосы офисной на вот такую видеоконференцию из 16 участников в формате Full HD. Ну, использовался в данном случае 264 кодек. High profile. Вот этой таблице я свел сравнение с основными конкурентами. Она не глубинная, а по основным параметрам. Сам вендор, Ялинк, позиционирует VC800 конкурентом для Polycom Group 500, Cisco SX20, LifeSense 600 и Huawei TE30. Здесь видно, что у Ялинк гораздо более емкий MCU, есть поддержка виртуальных конференц-комнат, телефон с сенсорным экраном, поддержка технологии DECT, чтобы микрофоны без проводов разносить, поддержка 265 кодека и интерфейс для подачи контента в конференцию на вот этом вот новой серии терминалов Ялинк. Теперь два интерфейса, это HDMI и мини-дисплей-порт, удобный для пользователей с MacBook'ами. Ну и поддержка Dual HD. То есть по этому интерфейсу подается как видео, так и аудио, и с поддержкой HD-качества. Ну и опять же пару слов о втором терминале, который анонсирован был в этом году. Это Ялинк VC500. Он бывает двух комплектаций. Первая комплектация — это с конференц-телефоном CP960. А вторая комплектация — это с беспроводными мик-подами. Комплектация с мик-подами будет стоить дешевле. В данном случае при использовании мик-подов в кодек подключается USB-донгл, который имеет встроенный DECT-приемник. И микрофоны подключаются к кодеку также по DECT. Этот кодек, он умеет только звонить и принимать вызовы. MCU в нем встроенного нет. Имеет кодек камеру с 5-кратным оптическим зумом. Также умеет кодек передавать и принимать видео Full HD 60 кадров в секунду. Поддерживает 265-й видеокодек. И умеет восстанавливать до 30% потерянных пакетов. Ну, собственно, отличный вариант, по-моему, для установки в переговорную комнату средних размеров. Компоненты для этого кодека такие же, как и для предыдущего 800-го. То есть сам кодек ставится в зону дисплеев. Кабелем Ethernet 5-й категории соединяется с коммутационным блоком, а к коммутационному блоку подключаются в зоне переговоров телефон и ноутбук для подачи контента. Угол обзора 500-го кодека 83 градуса. Довольно широкий, поэтому до 10 участников можно вполне себе захватить в переговорной комнате. И также небольшая табличка по 500-му. Основные конкуренты Ялинк VC500 – это Polycom Group 310, Cisco SX10, LifeSize 450 и Huawei TE30. Преимущество Ялинк – это более высокое качество видео и качество передачи контента. Это Full HD 30 кадров в секунду. 5-кратный оптический зум, встроенная запись конференций, встроенная поддержка двух экранов, то есть два HDMI выхода на кодеке, никакой лицензии для активации этой функции не требуется. И у 500-го кодека есть поддержка API. Можно с системами Crestron или IMX этот кодек интегрировать. Ну и до конца года, в декабре, мы ожидаем Ялинк VC200, кодек все в одном, со встроенными микрофонами, который будет предназначен для совсем малых переговорных комнат на 2-3 человека. Он тоже будет с поддержкой Full HD, с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth. И у него будет только один HDMI выход для подключения одного монитора. Ну, какие-то подробности в конце года получим. И я думаю, что проведем уже вебинар, покажем вживую, как он выглядит. Пока информации крайне мало. И Ялинк Meeting Server.
коротко напомню и уже передам слово Юрию, чтобы вас всех не задерживать. Ялинк Питинг Сервер — это программное решение, которое устанавливается на аппаратный сервер. В составе этого программного решения есть несколько модулей, и в связи со своей модульной структурой сервер, во-первых, имеет высокую отказоустойчивость, а во-вторых, приобретая сервер, вы получаете возможность получать обновления, получать новые модули бесплатно в рамках вашей покупки. На данный момент есть модули MCU, то есть сервера видеоконференций, модули регистратора по SIP, Traversal сервер для работы в нескольких сетях, сервер хранения и передачи контактов для терминалов, подключенных к Ялинк Митинг серверу. Умеет он управлять конференциями, то есть создавать расписание конференций, вести VMware, то есть создавать видеокомнаты и управлять ими. Поддерживать SIP Trunk для интеграции с какими-то сторонними решениями. Мы уже упоминали 3CX, например. Поддерживает он WebRTC. И до конца года мы ожидаем поддержку Skype for Business шлюза. И в следующем году, наверное, в феврале, пока ориентировочно в феврале, поддержку встроенной записи и стриминга. Сегодня мы можем в сервере создать неограниченное количество виртуальных комнат. Сервер лицензируется только одновременными вызовами. Абонентов может быть зарегистрировано очень много. До 1000 виртуальных комнат тоже можно создавать много. В одной виртуальной комнате пока можно собрать до 200 участников. И сервер поддерживает передачу видео и контента Full HD 30 кадров в секунду. Умеет смешивать протоколы, то есть работает как по SIP, так и по H323, так и по WebRTC. Этих всех участников можно собирать в одной конференции. И разрешение этих участников тоже может быть разное, как разрешение видео, так и количество кадров. Сервер умеет их перемешивать. И раскладки, которые поддерживает сервер, это максимальная раскладка 7x7, где все участники равны. То есть 49 участников на одном экране. И в режиме 1 плюс N это может быть до 21 участника. То есть 1 плюс 20. И также, как и в кодеках новых, сервер поддерживает обнаружение активного говорящего и вывод его на основной экран, если это раскладка 1 плюс N. Если же у вас раскладка равноправная, то сервер может выделить, цветом подсветить до 6 одновременно говорящих. Как и кодеки, сервер умеет восстанавливать до 30% потерянных пакетов как видео, так и аудио. И звонки точка-точка, которые составляют львиную долю обычно ежедневных коммуникаций, не лицензируются. То есть сервер является регистратором для участников, но медиатрафик идет точка-точка и требует лицензии. Вот поступил вопрос, можно ли ставить на виртуалке, какие поддерживаются и кластеризация. Очень правильный вопрос. Виртуализация поддерживается. Поддерживается VMware и Hyper-V. Кластеризация. Мы ожидаем поддержку кластеризации в релизе, про который говорил Юра. Этот релиз будет в пятницу, завтра. Кластеризация там заявлена. Проверять мы ее будем на своей стороне в ноябре. Но она должна быть, Елик об этом заявил. Сейчас в сервере можно создавать видеозвонок точка-точка, то есть поговорить один на один. Можно запланировать какую-то видеоконференцию. Можно организовать Meet Now, то есть спонтанную видеоконференцию с большим количеством участников. Можно проводить видеоконференции в режиме тренинга, когда один говорит, а остальные слушают. При этом, если используются терминалы Ялинк, то они получают от сервера пуш-уведомления. Если терминал приглашен в конференцию, у него, во-первых, на экранном меню появляется окошко, что в такое-то время вы будете участником конференции, а во-вторых, чтобы к ней подключиться, достаточно нажать на терминале одну кнопку. Ну и с сервера можно контролировать, скажем так, модерировать конференции, но Юра об этом подробно покажет чуть позже. Ну вот сейчас на слайде как раз уже пошли скриншоты сервера, поэтому я, наверное, коротко расскажу, что при планировании конференции на сервере
на терминале будет видно несколько этих конференций с возможностью подключиться как раз по нажатию одной кнопки. И так, еще есть вопрос в чате, я пропустил. Евгений спрашивает, уточните, пожалуйста, через экранный интерфейс конференц-телефона можно полностью управлять работой кодека, так, чтобы совсем не пользоваться пультом. Да, в веб-интерфейсе кодека смоделирован сам пульт, все те же самые кнопки. И вы без пульта можете... Евгений немножко другое спрашивает. Евгений имеет в виду, можно ли с конференц-телефона CP960 управлять, полностью заменить работу пульта дистанционного управления. Ну, через CP960 настраивать терминал видеоконференц-связи вы не можете. Это придется делать либо через веб-интерфейс встроенный, либо через пульт дистанционного управления. А управлять текущие видеоконференции, там, совершать звонки, добавлять, там, включать микрофоны участникам конференции, вы это сможете. В плане работы, в принципе, да, вы можете совершать, принимать звонки, организовывать систему видеоконференции, добавлять участников, можете включать и выключать трансляцию контента со своей стороны. По сути, да, 960-й телефон для управления, он заменяет пульт. Стало гораздо удобнее. То есть именно управление самой видеоконференц-связью текущей. Полностью, конечно, заменить работу пульта не получится. В частности, там же и есть кнопка выключения записи на USB-носителе, который вы подключите. Хотелось бы еще отметить, что в E-Link Meeting сервере, конечно же, выполнена глубокая интеграция с терминалами E-Link, и в интерфейсе самого сервера вы можете видеть, какие терминалы подключены, какая версия программного обеспечения на терминалах. Можно из сервера вести централизованную диагностику устройств, то есть если у пользователя что-то получается, можно выгрузить лог и посмотреть, в чем конкретно проблема. Ну и в итоге E-Link Meeting Server может вести несколько виртуальных комнат, в которых могут участвовать групповые терминалы E-Link, индивидуальные терминалы, персональные программные терминалы E-Link, клиенты по WebRTC, и в эти же виртуальные комнаты могут подключаться терминалы других производителей по протоколам SIP и H323. Ну и до конца года мы увидим возможность туда же, в виртуальную комнату, подключаться к клиентам Skype for Business. Вот, моя часть на этом закончена. Передаю слово и мышку Юрию. Да, сейчас я пока подготовлю для демонстрации. Если у вас есть вопросы, давайте их в чате. Потому что, когда я начну трансляцию рабочего стола, я чат, к сожалению, видеть уже не буду. Поэтому, если у вас скопились какие-то вопросы, задавайте их сейчас, мы с Дмитрием на них с радостью ответим. Смотреть я буду на сторону, на ноутбука, так будет удобнее, нежели на телевизор. Заранее прошу прощения. Также у нас есть, сейчас я включу демонстрацию рабочего стола. У нас есть карточка товара на сайте E-Link Meeting Server. Вы можете зайти, и там есть информация, не полная, но основная информация о том, что на каких серверах это работает, если вы на какую операционную систему для установки требуется, там CentOS версии 7. И вы можете E-Link Meeting Server можете бесплатно попросить на тестирование. У нас такая возможность есть. Вы на месяц получаете лицензию на 10 одновременных вызовов. Ну, правда, стоимость лицензии вы можете узнать у наших продукт-менеджеров, и бесплатно месяц вы можете получить лицензию на тестирование. Ну, вообще, лицензия, розничная ее цена для конечного пользователя $1200 за порт, за одновременное соединение. Так что ваши 10 абонентов будут стоить $12,000. Тогда сейчас еще посмотрю, запросил перевал в почту.
Сейчас я остановлю временно. Как осуществляется контент-шеринг? Какой механизм используется для этого? Если подключено по... Если мы сейчас рассматриваем аппаратный терминал VC800, то по протоколу H323 используется под протокол H239. Он должен поддерживаться на обоих сторонах устройства. И кто передает, и кто будет принимать контент. Если это подключение используется протокол SIP, то для него тоже есть подпротокол для передачи контента, называется BFCD. Он также должен поддерживаться на всех сторонах, всех участников конференции. Еще вопрос, Юрий. В каких режимах типов конференции используются не транскодируемые видеопорты, а видеосвичинг? То есть как подключить максимум абонентов при минимуме аппаратных ресурсов? Наверное, это имеется в виду вебинар, когда один говорит, все остальные слушают. В данном случае я так понимаю, о каком протоколе и качестве, какой протокол качества лучше использовать для того, чтобы по максимуму использовать емкость сервера. Более легкий выбор TC. Согласен, да. Самый легкий в данном случае выбор TC. Для конференции, для проведения видеоконференц-связи для серверов проще всего и легче выбор TC. То есть у Yealink Meeting сервера используется AVC метод обработки видео, поэтому получается, что клиент, наверное, выбор TC. Вот, и гость 21 спрашивает, $1200 саппорт какой, SIP или H239 или выбор TC? На данный момент нет разницы, какой порт используется, это вопрос, точнее, просто лицензия на одновременное подключение вне зависимости от используемого протокола. Требования к серверу по количеству ядер и памяти зависит от количества одновременных разговоров. Рассчитывается он по HD и Full HD подключениям. Рассматривается в индивидуальном порядке. Есть формула для расчета. Сейчас Дмитрий вам ее откроет. Вот пример на... То есть это вырезка из руководства по установке Yealink Meeting сервера. Это рекомендации Yealink к операционной системе для Yealink Meeting сервера и аппаратной части. Сам Yealink рекомендует использовать Intel Xeon процессоры 5-го поколения 26-й серии. Вот. От 4 гигабайт оперативной памяти и от 300 гигабайт свободного места на жестком диске. В принципе, сейчас, пока нет стриминга и записи, 300 гигабайт – это с таким хорошим запасом, но в будущем, когда эти механизмы будут добавлены, чем больше памяти, понятно, да, тем больше вы сможете хранить информации на сервере. Это обобщенная информация, вот пример расчета. Да, вот пример расчета, тут рассчитывается HD качество. Если его будет Full HD, то просто умножаем на 2. Точнее, делим на 2. Все-таки нагрузка не на память, а на процессор. Количество процессоров умножается на количество ядер, умножается на тактовую частоту, получается цифра, равная одновременным вызовам в формате HD. Ну и внизу в табличке полоса пропускания. Для Full HD видео нужно понимать, что для одного соединения на сервере нужно выделить 1,7 мегабит в секунду полосы. Тут еще Андрей спрашивает, возможен ли принципиальный сценарий 300 аудио плюс 150 видеоучастников? Какие лицензии нужны? На данный момент потребуется 450 портов. Лицензии на 450 портов. Насколько я знаю, сейчас Yealink работает на то, чтобы это разнести лицензии. На аудиопорты и видеопорты. Да. И на порты, наверное, вебинар. Если говорить про сценарий, то сам Yealink, вот к нам как раз на днях приехал представитель Yealink, вот он рассказывает, что в Китае есть проект, где 1000 портов использует клиент, но он использует это в режиме тренинга. Там один говорящий, а остальные слушающие. Они видят и слышат. В таком режиме 450 участников запросто. Как мы и говорили, до 200 видеоучастников в одной конференции сервер выдерживает. Аудиоучастники – это совсем маленькая нагрузка на сервер, и никаких проблем быть не должно. Тут
какой-то не очень понятный расчет гость приводит. Здесь на картинке показан расчет на протоколы CIP H323, ну и тут все-таки заложен некий запас. Да, то WebRTC будет для сервера полегче. Ну, формула такая же. Лучше использовать тогда формулу. Понимаешь, что просто нагрузка будет ниже. У нас, кстати, по времени вебинара насколько? На час? Да. Коллеги, тогда предлагаю переключиться тогда на рассмотрение самого личного, как это сказать, интерфейс E-Link Meeting сервера. Вопросы мы потом еще обсудим, чтобы успеть сделать. Так. Полчаса еще есть. Да, наверное, задержимся. Ну, лучше задержаться, чем раньше закончить. E-Link Meeting Server работает, настраивается через веб-интерфейс. Он доступен на английском и на русском языке. В этом плане занимаемся мы также переводом E-Link Meeting сервера, но так как у нас сейчас установлена тестовая версия программы освещения того, что выйдет завтра, будем использовать все-таки английский интерфейс, потому что не все пункты переведены в избежание проблем и путаниц. Есть несколько уровней доступа до веб-интерфейса. Есть пользователь админ для настройки непосредственно самого E-Link Meeting сервера. И у каждого аккаунта есть свой личный кабинет. К нему мы перейдем позже. Что мы еще видим? Есть возможность подключения сразу через браузер. Нам там предложат ввести ID, пароль текущей какой-нибудь созданной и запланированной конференции. Есть возможность скачивания плагина для Outlook, чтобы у вас появился календарь в вашем почтовике, ну, и обратиться в техподдержку, если возникнут какие-то вопросы. Давайте подключимся до веб-интерфейса. Сейчас введу пароль. Есть кнопка «Запомнить пароль», чтобы каждый раз его не вводить. И если по какой-то причине забыли, можно его будет восстановить при настроенном ящике в почтовике. Если мы пароль ввели неправильно, то при повторном мы должны ввести капчу, это защита от злоумышленников, от роботов, которые будут пытаться, если выставлено устройство наружу, взломать. Так вот, это экран, стартовый экран, где показаны текущие нагруженные системы, количество онлайн-пользователей. В данном случае у нас сейчас к нашему митинг-серверу подключено всего два аппаратных кодека терминала. Мы можем посмотреть, что это за терминалы. В частности, это один из... В Казахстане у нас стоит VC800 подключен. Его версия ПО. И режим свободен, он в разговоре или занят. И в нашей переговорной комнате, через что мы сейчас разговариваем, точнее, в соседней переговорной комнате, VC500. Можно посмотреть текущие конференции, если они есть. Ну, в данном случае у нас их нету. Когда лицензия ваша закончится, сколько времени живет сервер, текущая версия ПО, сколько занято лицензий, точнее, в данный момент. Давайте перейдем дальше. Создаем аккаунты. Еще раз хочу отметить, что вы покупаете, приобретаете лицензию на количество одновременных подключений, на количество одновременных портов занятых. Для одновременных вызовов, можно по-разному их называть. Даже при лицензии на 10 одновременных вызовов вы можете создать до 10 тысяч аккаунтов. Ну, аккаунты – это, по факту, внутренние номера. У меня сейчас создано порядка 10 штук. Можно создавать в новой версии, которая выйдет завтра, отдела, department. Вот тут есть такого рода иерархия. Выстраивается. Это наша иерархия? Да, ну, у вас может быть свои построить. Есть возможность создавать пользователей по одному аккаунту. То есть, что мы должны заполнить? Мы должны присвоить имя данному абоненту. Там у тебя есть? Нету, я его уже удалил предварительно. И указываем ему внутренний номер, четырехзначный. Если
данный номер будет создан, к примеру, то нам он не даст его создать. Сейчас посмотрим. Можно указать электронную почту сотрудника, чтобы ему приходили уведомления на голосовую, на электронную почту, где будет виден логин, пароль. Потому что пароли генерируются случайным образом. И какому отделу он будет присвоен. Давайте, пускай он будет присвоен отделу Sales. И кому данный участник будет виден. Это сделано для, к примеру, если вы создаете аккаунт для руководителя, необходимости, чтобы все стороны видели руководителя, чтобы ему не названивали, не мешали, то это можно сделать, выставить здесь данную настройку. Нажму сохранить, но да, так как данный аккаунт уже существует, надо что-нибудь другое ввести. Давайте введем 4 семерки, к примеру. Вот. Такого вида письмо приходит пользователю на электронную почту, что для регистрации там на продукты, например, Яник VC Desktop, введите логин, пароль, ну, там, в частности, адрес сервера. Все надо, для регистрации надо заполнить три поля. Кстати, давай сразу покажем, как в интерфейсе Кодека теперь этот аккаунт зарегистрировать. В системе Кодека... Ну вот да, аппаратный? Да, можно 400 взять. 400 мы не сможем, потому что мы сейчас по нему разговариваем. Возьми я могу... 500. Давайте сейчас на примере 500-го. Что удобно, я сейчас могу посмотреть, так как он зарегистрирован у меня, на каком IP-адресе он живет. И я могу к нему быстро подключиться. Также через веб-интерфейс. Система уже была зарегистрирована, но мы можем другой аккаунт. Нет, можно этот оставить? Зачем? То есть, по факту мне надо ввести ID, это мой четырехзначный номер, пароль, который мне придет на электронную почту, и адрес сервера, тоже, который мне приходит на почту. И все, нажимаю подтвердить, и система у меня регистрируется. То есть, если это будет кодек не Ялинк, то регистрация происходит по SIP в вашем кодеки другого производителя, нужно в разделе SIP указать логин, пароль и адрес сервера. Также в данном разделе User создаются пользователи, которые используются для регистрации на приложениях VC Desktop, Ялинк VC Mobile, может быть на настольных терминалах, настольных телефонах, T49G, каких-то мобильных пользователей. И есть возможность создания Room System, это терминал, который устанавливается непосредственно в переговорные комнаты, потому что их можно уже привязать к физическим помещениям. В частности, мы с вами, с Дмитрием, точнее, сижу я в переговорной комнате, и у меня создан аккаунт «Альпиматика. Большая переговорная комната», и я ее могу привязать к этому помещению. Если я зарезервирую конференции этого абонента, то в календаре я увижу, что эта переговорная комната также занята. И появилась новая возможность, она будет вам доступна завтра, регистрация сторонних устройств, которые это не устройство Ялинка. То есть я указываю, по какому протоколу я буду использовать, регистрировать устройство, это H323 или SIP, указываю его IP-адрес, ну и название, собственно. Все созданные вами аккаунты, которые будут и здесь, во всех этих разделах, на основе них генерируется записная книга. Когда у вас устройство Ялинк регистрируется на сервере, она автоматически загружает весь список по отделам. Вам не надо по-другому ее как-то загружать, вручную прописывать. Ну, со сторонними устройствами такой возможности нет. Также вы можете создавать массово, загружать контакты. Скачиваете шаблон, заполняете его, загружаете, у вас сразу же заполнится массово контакты, аккаунты точнее. Дальше у нас есть возможность создания, так скажем, переговорной комнаты. Это физическое помещение, которому мы можем присвоить
на терминал видеоконференц-связи. То есть наши, у нас там в конференц-комнате в частности IP-матика большая переговорная комната. Я указываю IP-матику этот аккаунт. И в календаре я буду видеть, что если я использую аккаунт 401, то переговорная комната IP-матика Big Room, она занята, чтобы никто в это время никто не подошел и не пытался там, провести совещание или что-то еще, или заранее ее освободить. Постоянные переговорные комнаты это комнаты, в которые живут на стороне сервера и предназначены для того, чтобы пользователи могли в эту переговорную комнату всегда дозвониться. Не бронировать ее, они постоянно живут. Вот, давай можно их, например, если ты не возражаешь. Постоянная переговорная комната, ее особенность в том, что ID ее не меняется. Лишь только вы ее создаете, он так и остается. Для чего это нужно? Ну, у нас, например, часто бывают такие ситуации, когда нужно заказчику с нами связаться по видеосвязи, например, с другого города. Или там, ну, не получается встретиться где-то в Москве. Связаться по видеосвязи и пообщаться. Наш сервер находится на внешнем адресе. Для этого заказчику мы говорим, что нужно набрать ID из 5 цифр собака и наш внешний адрес. После этого он попадает в эту постоянную комнату, и мы с ним можем провести беседу. При этом, как Юрий открыл сейчас настройки, раздел настройки этих постоянных комнат, тут есть раздел «Запрашивать пароль», чтобы все подряд не могли туда прозваниваться. К ID дополнительно можно добавить пароль, который система запросит у звонящего. И если ваш собеседник пароля не знает, значит, он вами не очень-то и желан. Ну и вы можете выбрать тип дискуссии. Это когда все друг друга видят и общаются. И режим тренинг-мод – это обучение, вебинар, когда один говорит, все остальные его слушают. Также созданные вами VMR, виртуальные комнаты, они хранятся, добавляются в записную книгу. Также вот есть настройка, можно ее убрать, сделать, так скажем, секретный VMR, там, только для руководителей. Те, кто знает о ее существовании, смогут туда позвонить. Другие просто ее не увидят, ну и не узнают о ее существовании. Вот. Есть раздел статистики, чтобы посмотреть, сколько, как много, какого типа конференции было проведено за год, за месяц и длительность. Ну и посмотреть, какой тип участников подключался к этой конференции. Ну, там WebRTC, неавторизованный, его уровень доступа. Вот. И есть еще сами настройки системные. Ялинк Meeting Server сейчас поддерживает данные типы разрешений. 60 FPS пока еще не поддерживается. Это в будущем, в следующем году, насколько нам известно, поддерживается, будет поддерживаться. 30 контент, также максимум 30 FPS может. Ограничения можно задать по полосе пропускания для каждого участника. И далее идет настройка layout, это раскладки, глобальные настройки раскладки. В частности, здесь выставляется 4 на 4, 7 на 7 максимальное количество. И если у вас идет превышение, то есть там, например, сейчас у нас стоит 4 на 4, 16 участников, если подключится, ну, например, 32, то через какое время они будут переключаться? Ну, я бы хотел сказать, что создавая VMR, то есть виртуальную переговорную комнату, вы можете указать разрешение и layout конкретно для этой переговорной комнаты. И в разных VMR layout и разрешение видео могут быть разными. Но если пользователь этих настроек не указал, или они расходятся с глобальными, то будут применяться эти вот глобальные настройки, про которые говорит Юрий. Вот. Есть уже голосовое приветствие, там женщина милым, девушка милым голосом вам скажет, видите, ID, пароль, если вы позвонили просто по IP-адресу в систему. И на данный момент появилась возможность записи, но это запись на сторонний сервер. То есть какой-то программный сервер живет в вашей сети, и можно сюда посылать текущий разговор, текущую конференцию.
будущем, про то, что планировалось в следующем году, по-моему, да, там уже встроенный собственный сервер записи видеоконференций на собственную память полноценный. Вот. Мы не будем, на самом деле, сильно по настройкам пробегаться. Покажем возможности full routing, это для амортизации вызовов по транку H323, по SIP-транку. Вы, для того, чтобы устройство у вас жило и в локальной сети, и принимало при этом вызовы и регистрацию не сторонних, а внешних участников, там мобильное устройство или там ваш коллега в командировке, он должен участвовать в конференции, то вам необходимо задействовать второй Ethernet-порт и его, соответственно, настроить. И настроить маршрутизацию. Настраивается почтовый ящик, система обновляется через веб-интерфейс. Да, через веб-интерфейс двумя нажатиями. Есть перезагрузка, есть возможность создания бэкапов резервных копий, есть возможность автоматической настройки этих бэкапов, чтобы там ежедневно, ежемесячно они выгружались и сохранялись здесь. И логирование подключенных или самого сервера для анализа, может, какие-то проблемы, либо проблемы с качеством голоса. Давайте перейдем непосредственно в личный кабинет пользователя. То есть мы вводим свое ID и пароль, который нам пришел на электронную почту. Он уже кардинально отличается от веб-интерфейса администратора. Мы видим плиточное окно. Что мы можем сделать? Мы можем зарезервировать переговорную комнату без возможности проведения видеоконференц-связи. Ну, просто пообщаться внутри компании. Запланировать видеоконференц-связь. Также забронировав переговорную комнату, ну, уже используя терминал видеоконференц-связи. Управление созданными нами, или мы являемся модераторами конференций. И календарь. Ну, давайте с вами запланируем видеоконференцию. Что мы видим, что мы можем сделать? Мы можем заранее выбрать тип конференции, дискуссии или обучения. Сделать название конференции. Ну, давайте я напишу пока просто проверка. Задать время, сколько оно будет длиться, и дату. И сделать его, так скажем, зациклить, чтобы там каждый четверг, каждую пятницу у вас столько-то времени данная конференция создавалась. К примеру, мы в пределах своего офиса каждую пятницу проводим собрания утренние, приглашаем свои же филиалы, и вот чтобы каждый раз не бронировать, мы создаем на каждую неделю конференцию. Ну, то есть один раз создали, и все, она автоматом уже создается. Присваивается, в какой комнате будет у нас проведена конференция, и приглашаем участников. Участников мы приглашаем из списка созданных аккаунтов. Можно, если это участник будет какой-то сторонний, клиент, который заплатил конференцию, можем указать его адрес электронной почты. Ему приглашение придет по электронной почте. Подожди, одну минутку. Еще тут хочу отметить, что приглашая участников, есть в самом верху строка поиска. То есть вы можете попробовать набрать номер участника, система вам предложит совпадение. То есть если так вот в департаменте хранится долго, можно попробовать номера. Причем работает это и по номеру, и по имени. Давай сделаем сейчас буквально 30-секундный перерыв, вернемся в интерфейс нашего вебинара и посмотрим, может быть, есть вопросы какие-то. Хорошо, сейчас сделаем паузу. Так. Непонятно, поддерживается ли WebRTC сервером в принципе. Ни в админгайде, ни в Z6D эта поддержка не заявлена. WebRTC сервером поддерживается. Эта поддержка появилась в очередном релизе, который вышел в середине сентября. Возможно,
Просто надо обновить даташит, который у вас имеется, чтобы увидеть эту поддержку. А лицензии временные или перманентные? Это вы произнесли, что сервер показывает, когда ваша лицензия закончится. Ну, так как у нас тестовая лицензия, на 10 участников, ту, которую вы получите, к примеру, и вы бесплатно. Поэтому у нас время, и указывается время окончания лицензии. При покупке вы получаете лицензию по жизни. Но у вас есть лицензия, сервер активируется лицензией, вот этой же, которую вы получаете на энное количество пользователей, которые вы купили. А эта лицензия привязывается к MAC-адресу вашего сервера, ну, как виртуального, так и физического, ну, в зависимости от того, как у вас развернут сервер. В случае, наверное, смены, ну, надо это уже общаться с продакт-менеджером. Если это в течение сервиса, то, наверное, проблем не будет. Вам Ялин вышлет новую лицензию на то количество пользователей, которое у вас было. Ну, да. Следующий вопрос от Евгения. Можно ли затянуть юзеров из Active Directory? Ну, мы буквально вчера общались с представителем вендора. На данный момент этого нет, этой возможности. Она появится в версии 1.3, которая ожидается в декабре-январе. Будет ли запись вебинара, Майт это позволяет. Да, у нас сейчас ведется запись вебинара, и мы его выложим на наш канал на YouTube. Потом сможете его там просмотреть. Ну, а в самом YMS запись будет доступна в феврале по плану. Еще важно знать, есть ли off-support Ялинк для этих систем. Клиент часто отказывается от продукта, если нет официального саппорта. Ну, саппорт перед вами. Мы являемся, так скажем, первой линии технической поддержки. Если мы данный вопрос решить не можем, подключается поддержка Ялинка. Вот. Также я бы хотел добавить, что у Ялинка сейчас очень хорошо с поддержкой, в том плане, что у них разница с Москвой плюс 5 часов. Но у них группа поддержки работает посменно 24 часа в сутки. Поэтому у нас не раз уже были случаи, что надо было какой-то вопрос обсудить. Инженеры доступны. Поэтому проблем быть с саппортом не должно. Ну, LDAP поддержка мы ответили. После регистрации кодек или программного клиента на серверы YMS через аккаунт паспорт ему заливаются настройки. Эти настройки надо вводить вручную. Если у вас терминал Ялинк, то вы просто выбираете раздел регистрации на Ялинк митинг сервере, и терминал автоматом, ну, знает, какие нужны настройки. Только добавляете к ним логин и пароль. Если же это терминал другого производителя, то надо пользоваться SIP. Виктор Ивчук спрашивает, Костя еще спрашивает, 21, провижинг, если есть, то по TFTP, FTP, HTTP. Пока провижинга нет. А Виктор Ивчук спрашивает, будет ли возможность брендирования интерфейса и кастомизации под клиента. На данный момент кастомизация следующая. Ялинк митинг сервер не меняется, но меняется надпись IP-матика, которую вы можете видеть. Сейчас я включу демонстрацию экрана обратно, чтобы вы это видели, о чем я говорю. Тут надпись IP-матика, она в левом верхнем углу, где моя мышка крутится, она брендируется под вашу лицензию. То есть вы, когда запрашиваете лицензию, пишете, от какой компании. Ну, там, к примеру, будет компания «Рога и копыта», то вместо IP-матика будет написано «Ялинк митинг сервер / рога и копыта». То есть, если требуется какая-то еще кастомизация, не знаю, изменение цвета или... Не знаю, что еще. Пока это индивидуально надо будет обсуждать, да. Пока у нас не поступало таких требований от клиентов. API планируется в версии 1.3, завтра выйдет версия 1.2. 1.3 ожидается ближе к концу этого года. Есть ли механизм для расшаривания рабочего стола, чтобы докладчик мог предоставить доступ к совместной работе документов? Я так понимаю, что это для участников WebRTC, и да, то есть вы также, как пример, если вы хотите на Mind расшаривать рабочий стол, вы должны скачать расширение. Но я не совсем согласен. То есть механизм расшаривания рабочего стола для совместной работы с документами – это скорее механизм системы UCNC, когда это какая-то унифицированная система коммуникаций и работ. И здесь это все-таки сервер видеоконференц-связи. Здесь мы говорим демонстрация контента. Да, вот мы сейчас вам демонстрируем контент в виде компьютера Юрия и интерфейса Ялинк митинг сервера. Но работать с этим контентом, что-то показывать может только Юрий.
удаленный участник никак на контент повлиять не может. Он может только его увидеть и, так сказать, через себя пропустить, воспринять. Гость спрашивает, лейаут сообщения на терминалы из чата. Лейаут сообщения. По чат поводу пока не поддерживается. Чат появится в 2018 году, где-то в первом полугодии. Мы не знаем точно, где-то, наверное, летом. Все, что нам известно про чат. По поводу, я так понимаю, лейаут сообщения на терминал тоже, наверное, и функционал API, который все выше. Я не совсем понял, если можно, расшифруйте, что такое лейаут сообщения. Полный список возможностей там, по API будет доступен ближе к концу года. Пока этого списка нет, неизвестно, что можно будет делать через API. Ну, опять же, насколько мы знаем, планировалось через API создание конференций с указанием времени и даты и управление этими конференциями в какой-то вашей сторонней системой. Но, как говорил Юрий, надо еще уточнить по ближе к выходу версии с поддержкой API. Ну, это предлагаю вернуть. Гибридная конференция C плюс H323 плюс корпоративная конференция, да, это работает, об этом говорилось уже в вебинаре ранее. Плюс к этому можно добавить, что вот эти все участники C+H323 и WebRTC могут иметь разные разрешения видео и количество кадров в секунду. Все это сервер умеет перемешивать, вот, то есть поглощать и отдавать другим участникам. С какого сайта скачивать актуальную документацию и дедшиты? По ВКС все же самые свежие файлы и датшиты, и инструкции, и документация, они все-таки находятся на сайте yalink.com, это сайт непосредственно производителя. В свою очередь мы стараемся оперативно эту информацию также обновлять и на своей стороне. Но все-таки самая свежая информация, она на сайте производителя. Ну, коллеги, я предлагаю все-таки с вопросами, мы немножко выбиваемся из графика, с вопросами сейчас приостановиться и дать Юрию до конца показать интерфейс системы, а дальше уже попробуем ответить на все вопросы. Так вот, мы можем пригласить участников заранее. Если это терминал Ялинка, то ему придет, как было показано ранее, такое окно с уведомлением. Причем от устройства, от типа устройства оно немножко отличается. Если это аппаратный терминал видеоконференц-связи, то там будет справа внизу окошечко, там кто приглашает, когда приглашает. Если это VCD, то там есть раздел календарик. Календарь, где это можно увидеть приглашение, оно будет помечено. Ну, Ялинк VC Mobile, а также там есть раздел календарь, где вы увидите те приглашения, которые вам были высланы. И можно написать какой-то текст о том, что будет происходить в этой конференции, ну, какое-то описание этой конференции. Мы после создания попадаем в раздел «Календарь» сразу, где можем видеть, что там сегодня четверг, 9 ноября, запланирован на где-то примерно 13:30 до 2 часов конференция с названием «Проверка». Можем посмотреть и детали о ней, и, кстати, видим, что при создании конференции, видеоконференции, она создается с уникальным ID и с уникальным паролем. Он каждый раз новый. Это сделано в рамках безопасности, чтобы один раз посетив конференцию, кто-то не особо желанный не мог в нее зайти снова. Следующая конференция, созданная пользователем, была посвящена тем участникам, которые там заведомо нужны. Ну, детали тут особо нового мы с вами ничего не увидим. Просто та информация, которая была, мы ее здесь и увидим. Можем ее удалить. Но нам интересно управление непосредственно самой конференцией. Здесь произошли большие изменения по сравнению с тем, что, может быть, если уже кто-то тестирует Ялинк сервер, или те скрины, которые были представлены в презентации, которую Дмитрий показывал ранее. Мы видим список приглашенных устройств, но они не присоединены. Они говорят сереньким, да, прошу прощения. Мы можем непосредственно вызвать, заставить
позвонить систему для приглашения принудительного. Можем выключить микрофон этому участнику, ну, это массовые настройки видео выключить, блокировать аудио, посмотреть текущую статистику связи с этим абонентом, всем выключить микрофон, заблокировать всем вывод звука, динамик, и заблокировать конференцию, чтобы больше в эту конференцию никто не мог присоединиться. Есть время начала, сколько осталось. Также есть элемент управления статусом, который можно управлять из этого окна. Включение микрофона, отключение видео, отключение динамика связи, динамика громкой связи, вывода звука и индикатор, кто транслирует контент. Также мы можем отсюда еще кого-нибудь список посмотреть, какой аккаунт, откуда включился человек, посмотреть паролем, возможность настройки лайаута, можно создать шаблоны заранее. То есть это появилась возможность настройки индивидуального лейаута версии 1.2, которая официально будет анонсирована завтра. Очень важно для всяких госпредприятий, где руководству нужно один формат отображаемой конференции, рядовым сотрудникам другой формат конференции. Здесь вот можно каждому пользователю назначить свой лейаут, который требуется. Мы можем сделать быстрый вызов. Это те участников, которые, если, например, вышел или, там, скажем, прошло интернет, отключился у него интернет, и мы сможем быстро его вызвать. Это те, кто был заранее приглашен в эту конференцию. И есть возможность пригласить в конференцию, созданную другим способом. Мы можем еще новых абонентов пригласить из нашей записной книги. Можем пригласить участников каких-то внешних непосредственно по протоколу SIP или HTTP/2.3, указывая здесь их IP-адрес. .268, это, конечно, сильно. Понятно, указав IP-адрес. Или есть приглашение по электронной почте. К примеру, даже если у вас почтовый адрес не настроен, можно воспользоваться сервером Eolink. И что мы в этом приглашении увидим? Добрый день, там у вас IP-матик, большая переговорная комната, приглашает конференции, оно будет проведено во столько-то, во столько-то. Место, ну, это переговорная комната, ID и пароль для подключения. И ниже указаны способы, как можно подключиться к этой конференции. Если мы зарегистрированы, используем терминал Eolink, и мы зарегистрированы в системе, и мы были приглашены, то мы просто по нажатию кнопки OK подсоединяемся. Если мы зарегистрированы на сервере, но не были приглашены, мы можем ввести ID в голосовом меню и пароль для входа. Если мы вообще не зарегистрированы на Eolink Meeting сервере, то мы должны ввести IP-адрес, попасть в голосовое меню, затем нам скажут, введите там ID и пароль конференции, мы их вводим, и все хорошо, мы подсоединяемся к конференции. Это если терминал Eolink используется. Если мы используем какое-то стороннее устройство от Polycom или Cisco, и оно не зарегистрировано, то мы можем просто ввести данные два, ну, ID и пароль сразу с указанием IP-адреса сервера для того, чтобы проигнорировать голосовое приветствие, чтобы обойти IVR и сразу присоединиться к конференции для SIP-устройства и для устройства HTTP/2.3. И для WebRTC участников используется ссылка, копируется ссылка и вставляется. Можем взять, попробовать вставить, посмотреть, что... Собственно, вводим свое имя, Юрий, включаем к
камеру, микрофон, можем посмотреть, какие настройки нам доступны. Микрофон, проверить качество связи. Качество видео у нас поддерживается Full HD максимум. Но камера здесь, правда, не Full HD, да, там двухручная. Что с этим поделать? Нажимаем подключиться. Еще раз нам предлагают, действительно, мы хотим применять эти настройки. Собственно, вот я являюсь участником видеоконференции. Могу себе... Могу транслировать контент. Собственно, как и я сейчас делаю для вас. Покинуть конференцию, сделать ее на весь экран и выполнить настройки. В настройках можно посмотреть статистику вызовов. И если будут потери, сколько мы заняли полосу пропускания и так далее. Собственно, вот интерфейс WebRTC участника. Ну, конечно, я бы хотел добавить, наверное, многим это очевидно, но чтобы по WebRTC подключиться к конференции, Ялинк предложит, точнее, ваш браузер должен быть либо Mozilla, либо Chrome, и сам браузер предложит установить расширение Ялинк. Только после его установки вы сможете повторить то же самое, что сейчас показывал Юрий. Но это все WebRTC клиенты работают по такому принципу. Ну, в общем, наверное, все, что мы можем показать. По формату у нас уже время поджимает. Поэтому я, наверное, предлагаю подключиться к посмотреть вопросы, если появились. Так, какого сайта, так, есть только общее описание, где можно получить подробный даташит. Ну, давайте даташит тогда оставим за нами, мы его проверим, последний, и если там есть недочеты, тогда мы у себя на сайте его продублируем. Для оперативного получения можете нам на саппорт написать, вам тогда лично отправим его. Наверное, даже больше презентации, наверное, держи. Ну, мы решим этот вопрос. Вы можете на почту, которую я указывал ранее, писать любые ваши вопросы. Skype Business опять выше показывалось, что интеграция планируется в 4-м квартале этого года, ближе к концу года. Доки, Ялинк, сервер. Предоставил IE, Firefox, Safari. Safari, по-моему, не поддерживает WebRTC. Пока нет. То есть пока поддерживается Firefox и Chrome. Да. С IE тоже могут возникнуть проблемы. Мы сами вот Chrome и Firefox. Сейчас вот использовали Chrome. Вот с другими не проверяли. То есть пользователю достаточно ввести на терминале аккаунт, пароль, и далее терминал регистрируется и будет работать. Верно. Нет. Надо еще ввести адрес сервера. Все эти настройки, все необходимые настройки присылаются по почте. Там высылается ID, пароль, ну ID это равен аккаунту, и адрес, куда, что нужно ввести, адрес сервера. Вам надо заполнить 3 поля всего. Ну, вот, в частности, покажу пример на VC 500. Вот, приходит почта, в почте ID, пароль и адрес сервера. Все. Никаких настроек делать не надо больше. IP-адрес как может быть, как локальный, если у вас Ялинк этих серверов наружу не смотрит. И внешний, если смотрит. Тут я бы еще хотел отметить, что пока Юра открыл веб-интерфейс терминала Ялинк VC 500, слева на терминале есть вкладки, посвященные аккаунту. Самая первая вкладка, которая сейчас открыта, это облачная платформа. Здесь мы указываем, что это используется Ялинк сервер. Кроме этого, есть вкладки H323 и SIP. То есть параллельно терминал работает с несколькими аккаунтами. Одновременно могут жить как аккаунты платформы Ялинк, так и аккаунты каких-то сторонних платформ, использующих протоколы SIP и H323. И четвертым пунктом еще работают вызовы напрямую по IP-адресу. Все это работает параллельно. Можно одновременно на нескольких системах терминал регистрировать. Да. Если заранее перед вызовом не указывать, куда он будет звонить, то в терминалах присутствует автоматическое определение. Сначала будет
Приоритет работает сверху вниз. Сначала он будет пытаться через облачное решение, если оно зарегистрировано. Потом, если не смог соединиться, через H323 протокол и аккаунт, если зарегистрирован, используется. И далее SIP-аккаунт и SIP-IP-кол. Можно сделать вызов принудительно. К примеру, здесь введя какой-то пароль или IP-адрес заранее, мы можем выбрать, по какой линии мы будем звонить и с какой полосой пропускания, и какой это, что будет, видеовызов, либо аудиовызов. Кстати говоря, открой ремонт. Ремонт контрол. Ну, показать тут через веб-интерфейс, можно дублировать пульт управления. Да, то есть, к примеру, если у вас администратор настраивает ваш терминал, то ему нет необходимости, к примеру, там физически с пультом сидеть около терминала, можно экраном меню управлять с помощью пульта на стороне веб-интерфейса. Вот. Давайте вернемся, посмотрим, может, вопросы появились. Будет ли демонстрация стола поддерживаться? Ну, давайте посмотрим список заявленных функций, когда будет версия 1.3. Тогда уже будет видно, какие функции будут при интеграции Skype Business. Тем более вы при Skype Business делаете транк с устройством, которое будет на стороне Skype Business. Что будет это устройство отдавать, то мы и увидим. Пока трудно говорить, надо все-таки дождаться тестовой версии, которую мы сможем проверить и сами убедиться, что там и как работает. Настраивать H323 уже не нужно. Да, вы настраиваете облачный аккаунт, так называемый VC-платформу, или там, облачный аккаунт, там в зависимости от перевода будет по-разному. SIP-аккаунт 1, да, SIP-аккаунт 1. У вас получается, что один аккаунт на облачное подключение, я репетит сервер, Zoom, Persif, Mind, либо какой-то кастомизированный, который не входит в весь этот перечень, так скажем, какой-то другой сервер, какой-то другой сервер. Потом идет аккаунт для H323. Еще можно под аккаунтом подразумевать звонок по H323 и по IP-адресу. Потом идет SIP-аккаунт 1 и SIP-IP-вызов. По факту можно, наверное, 5 можно аккаунтов по факту. Коллеги, у нас по времени, к сожалению, мы немножко выбились. Спасибо вам за внимание, за терпение. Если какие-то вопросы еще появятся, обращайтесь к нам на почту support@ipmatica.ru. Были рады, что вы к нам присоединились и нас послушали. Все же вы можете, если вас интересовал данный сервер, опять повторяюсь, вы можете его бесплатно тестировать, но от нас единственное требование потом фидбэк. Написать, что да, там понравилось, а лучше даже не так. Лучше да, нам не понравилось, и описать, что там, например, какая ваша задача, это не реализовывает, не соответствует вашим требованиям. Что-то плохо работает, нам вот такие вот фидбэки самое сладкое получать. Чтобы мы, в свою очередь, передавали производителю, чтобы оборудование становилось лучше. Вот тем, кто уже тестирует Yalink PCN сервер, надо подождать завтрашнего дня. Выйдет релизная официальная версия того, чего мы показывали. Вот. Завтра, надеюсь, вы все пишите нам письма, мы вам вышлем архив с новой. Сразу в письме MAC-адрес можно указывать. Да. И желательно сценарий какой-нибудь описывать, что я хочу митинг-сервер протестировать так-то так. Мы вам сразу сможем подсказать какие-то настройки или там, советы. Лицензия, по-моему, она дается на месяц, если вашим задачам требуется дальнейшее тестирование. Ну, опять, можем договориться об этом. Обязательно для получения тестовой лицензии надо писать нам. Вот. Наши продукт-менеджеры вам ответят, и в течение суток, наверное, вы получите эту лицензию, инструкцию, как это установить. Установка происходит буквально в 3 строчки,
и дальнейшее вы используете только веб-интерфейс. Вам не надо пользоваться командной строкой, что-то прописывать, там 3 дня стоять с свечкой в руках, чтобы сервер поднялся. Ну и танцы бубны тоже не заявлены. Софт предоставляется вместе с лицензией. Он в общем доступе, его нету. Ну, все, ждем вас на наших будущих вебинарах. Спасибо за внимание. Всего доброго.